9 октября я снимаю последний в этом году фильм об оранжерее. Вот такие красные перцы созрели. Вот здесь есть зеленые огромные перцы. Сегодня мы их снимаем. Будут дозревать в сенях. Вот такой перец тоже созрел. Но он тоже сладкий. Я перешел в часть оранжереи, где растут помидоры. Неделю назад мы сняли все листья, чтобы дозрели помидоры. Вот такие грозди висят. Сейчас собираем, и в сенях они будут дозревать. Вот такая красота. Вот так. В оранжерее сейчас 26 градусов. Ну, мы посеяли тут укроп, еще какую-то зелень. Продолжим это дело в марте месяце. Вон какие помидоры. До встречи следующей весной.